связи с коронавирусом усилены и меры профилактики в местах, где бывает немало людей. Прежде всего, это школы, колледжи, больницы. Учеба в средних учебных заведениях уже заканчивается. Впереди каникулы, причем удлиненные. А пока на входе работает так называемый утренний фильтр. В эти оставшиеся до отдыха дни уборщицы тщательно моют пол по нескольку раз с дезинфицирующими средствами, протирают поручни. В качестве основных препаратов используют хлорсодержащие жидкости. На переменах помещения проветривают. Родители и ученики реагируют с пониманием. Конечно же, всем хочется быть здоровыми, и чтобы не было обострения, все меры, которые предусматривает администрация школы, они выполняют. В некоторых колледжах проверяют самочувствие учащихся с помощью специальных устройств. Есть сомнения, лучше отправиться к врачу. Что касается врачей, то они работают в масках. Это помогает защититься от острой респираторной вирусной инфекции, которой жители нередко страдают весной. Пациенты тоже в масках. Стараюсь меньше появляться в общественных местах, мою руки постоянно и хожу в маске. Вот, стараюсь с людьми особо не контактировать, сторонними. Больше проводить время дома. Кроме того, в центральной городской больнице города Чебоксары разделили потоки людей. Болеющие ОРВИ идут в кабинет неотложной помощи. В коридорах стоят аппараты для обеззараживания воздуха. Усилен патронат за так называемой группой риска. Это пациенты 60+ и страдающие хроническими заболеваниями.